60 водителей в нетрезвом состоянии задержали инспекторы ДПС за прошедшие выходные. Настоящая погоня развернулась в 5 часов утра на улице Республики. На жест инспектора не остановилась «Шкода», и полицейские бросились вдогонку. Нарушитель не давал себя обогнать. Применять табельное оружие в центре города было слишком опасно. В итоге гонщика вынудили заехать в частный сектор. Сотрудники ГИБДД ограничили проезд по улице Чаплина патрульным автомобилем и эвакуатором. В результате правонарушитель был задержан. Показания алкотестера составили 0,77 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как оказалось, 45-летний водитель уже лишен прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем под действием алкоголя. А это до 2 лет лишения свободы или штраф от 200 до 300 тысяч рублей.